Киев вновь демонстрирует воинственный настрой по отношению к тем, кто не угоден новому режиму. Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали экс-руководителя фракции партии регионов в Верховной Раде. Александра Ефремова подозревают в содействии сепаратизму. Якобы он финансировал ополченцев в Донбассе. Как сообщил новый генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, против Ефремова заведено дело о злоупотреблении служебным положением и о служебном подлоге. Ранее в адрес политика звучали обвинения в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет страны, так же, как в отношении других депутатов, призывавших остановить кровопролитие на Востоке и сесть за стол переговоров с жителями Донбасса.